Как-то так. Красиво. А куда он поехал? Он же вернется, дяденька, да, этот добрый? А. Там с сутями. Да, я знаю, что он здоровый, сейчас отодвинем. Он уехал, что ли, совсем? Я надеюсь, что нет, потому что мы же еще не заехали, я думаю, что... Ага. Наблюдение за наблюдающим, подглядывание за подглядывающими. Ай, поехали, маленькие, домой. Голодные, сутки не ели. Боже мой. Давай, родной, давай. А то их кормить надо, маленьких. Все, я думаю, что это ведро не потребуется уже. Слава богу. Так, ломик я свой спрятала, любимый. Наташ, я думаю, что нам надо это. Я тоже думаю, что нам в сторону надо. Хотела срезать. Да, он его не сломает. Ау. Как-то так. Другого места не нашлось. Малыш. Все, мои хорошие, сейчас все будет. А, да. Тут, конечно, жесть. Видим потом в этом видео, тут темень такая уже. Темень уже, говорю, ничего мы не увидим в этом видео. Ну, хоть что. Нет, самого вот этого. Тягать. Ага. И где там наши медведи? Медведь там спереди. Ой, ты маленький мой такой худой сидишь. Мимишка там. Маленький мимишка, но его не видно, потому что он черный. Маленький мой мимишка. Господи, мой хороший, мой золотой. Сейчас покормим. Боже, какие маленькие кормушки у вас. Это для медведя, боже мой. Так, сейчас посмотреть, как работают эти перегоны, чтобы понять. Осторожно, чтобы... А может это... Привет, не бойся меня, мой хороший. Ты такой мой золотой. Боже мой. Такая кормушка маленькая. А вон тут какие-то штыри, вон они отгибаются, и кормушка вытаскивает. Ну, понятно, да.